На самом ли деле режим готов к переговорам? Или отшучивается, делает вид, строя из себя несгибаемого, этакого крепкого орешка? Это выражение, я думаю, хорошо всем знакомо. Ну а если и готов режим, то в каком формате? Хотел бы разобраться вообще в понимании того, возможны ли какие-либо переговоры, о которых говорит режим. Ну, прежде всего, необходимо понять, что на сегодняшний день ни один из партнеров демократических сил, по крайней мере, с теми, с кем мы общаемся за последнее время, а только за последние две недели у меня прошло как минимум где-то 15 встреч с послами, с министрами иностранных дел, с заместителями министра иностранных дел государств Европейского Союза, США, Канады, Японии, не подтвердил информацию о том, что якобы какие-либо переговоры ведутся. Так что Это выдаваемое желаемое, которое пытается представить якобы за действительное. Так что это абсолютно неправдивая информация. Второе, что мы должны понять. Конечно, инициатива подобных переговоров, скорее всего, будет исходить, или какие-то поползновения, может быть, попытки к ним есть только со стороны именно режима. И эти попытки носят, еще раз повторяю, только односторонний характер. Фактически Лукашенко хочет повторить 5-летний цикл, который он проходил каждые 5 лет. Говорю это, конечно, как дипломат, который в том числе участвовал в переговорах по снятию санкций. Я знаю, каким образом они строились, какие этапы, какие алгоритмы вписывались и чему, на основании чего было обоснование на предмет снятия санкций взамен за освобождение политических заключенных. В качестве дополнительных элементов всегда назывались две вещи. Первое, Лукашенко является якобы гарантом независимости Беларуси, в том числе с точки зрения угроз, создаваемых восточным соседом. Я скажу, что это будет очень интересно услышать нашим российским соседям о том, что как раз-таки дипломатия белорусская строилась всегда по принципу «отмените санкции, спасите нас». Я помню, как один из заместителей министров иностранных дел даже в Париже просто кричал в эмоциях «спасите нас от России». Только вы нас можете и спасти. То есть всегда заводилась антироссийская, очень жесткая риторика на всех переговорах для того, чтобы как бы подать, что Лукашенко единственный спаситель независимости Беларуси. Ну, и этот, конечно, тезис, он уже абсолютно дезавуирован. Лукашенко и не был таковым гарантом, а тем более не является сейчас. Он является нелегитимным, непризнанным главой государства. Тот человек, который действует только в своих личных интересах, сохранение своей собственной власти. Второй тезис, который заводился, ну, дайте нам шанс на эволюцию. Но все же не статично, мы пытаемся поменяться, мы пытаемся соответствовать демократическим стандартам жизни, деятельности, общества, развития государства. Это постоянно озвучивал тот же Маккей, это был главный тезис на всех тех переговорах, которые я участвовал вместе с ним и в Париже, и в Мадриде, и в Минске. Очень много встреч мне приходилось организовывать и присутствовать на них. Но как раз-таки это был лживый тезис, потому что уже 27 лет пребывания у власти Лукашенко показали, что никакой эволюции он не способен. Он скорее способен к обратному инфекту, и этот обратный эффект мы видим в ужасающем размере объемах репрессий в отношении белорусов. Так что тезис, первое, несостоятелен, переговоров нет. Второе, если есть поползновение со стороны режима, на сегодняшний день это не имеет никакой ответной реакции со стороны западных партнеров. И следующий аргумент, который я хотел привести. А с кем вести переговоры? Переговоры вести с тем человеком, который на недавней пресс-конференции в Минске признался публично в присутствии иностранных дипломатов, иностранных средств массовой информации. Велась прямая трансляция о том, что он давал команды убивать людей на дорогах в Беларуси в 90-е годы. О том, что ни для кого не является секретом. Сегодня как раз-таки годовщина, печальная годовщина исчезновения Виктора Гончара, Юрия Захаренко, бывших высокопоставленных руководителей Беларуси. Исчезли многие другие общественные политические деятели. И это все в рамках деятельности так называемых эскадронов смерти, которые, безусловно, команды, которым давал именно лично Лукашенко. Вести переговоры с человеком, который в прошлом году давал приказы убивать на улицах Минска, репрессировать людей, мучить в тюрьмах, который лично решает, кого казнить, кого помиловать, который организовал гибридную войну с Европой.
который занимается торговлей людьми. Ну, с террористами переговоров не ведут. Поэтому в ответ у нас есть очень четкая стратегия у Народного антикризисного управления, которая заключается в двух главных направлениях нашей работы. Это первое. Непризнание Лукашенко как президента страны и его правительства, что для нас очень важно со стороны и США, и Канады, и Великобритании, и стран Европейского Союза. И поэтому мы вновь обращаемся к белорусам подписывать эту петицию. В Западной Европе, в демократическом мире петиции имеют эффект и дают свой результат. Это один из инструментов для нас. Один из многих, которые мы проводим. И второе, признать его как раз таки международным террористом. И как вы знаете, 11 октября мы планируем в Нюрнберге символично провести международную правовую общественно-политическую конференцию, где выработать стратегию дальнейших действий, правового давления и признания Лукашенко международным террористом и его режим террористическим. Спасибо большое и за то, что озвучили ваши планы. О них мы подробно поговорили и на нашем основном канале в новом выпуске «Что хорошего». Там, кстати, и ссылки на петицию есть. Можете зайти, поинтересоваться и подписать ее и порекомендовать это сделать знакомым. Но все-таки вернемся к теме переговоров и диалога. С кем его вести, с Лукашенко или с кем-то другим? Мы этот вопрос поднимем чуть позже, пока же вопрос, Анна, к вам. Вот в видео, которое мы ставили в эфире, Лукашенко упоминал, что да, я готов к переговорам, даже несмотря на то, что вот упоминал Павел, что у него разные были уловки, чтобы отменили санкции в прошлые годы. В этот раз он просто говорит, я пойду на переговоры, но только вот санкции эти отмените, и пытается как-то их уничижать в эфире и в своем интервью. Еще, если отмотать на пару месяцев назад, Лукашенко как-то в интервью одному из арабских каналов говорил, что, ну, вообще, я готов на переговоры, но только если вот Объединенные Арабские Эмираты будут выступать посредниками. Некоторые эксперты говорят, что это все-таки какие-то звоночки, что он вроде как бы намекает, что я как-то готов, но вот что-то не могу как-то подобрать правильный инструмент, но санкции-то, пожалуйста, уберите. Вот ваше видение. Намеки ли это на переговоры, на готовность, или это что-то другое? И как ситуацию видит с переговорами на данный момент и согласно стратегии победы, в том числе, офис Светланы Тихановской? Это не намеки, это человек впрямую кричит: спасите, помогите, заметьте меня, я готов разговаривать, я готов, 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 готов. Но вы же видите, смотрите, он отменяет вот приговоры людям, да, вот эти так называемые помилования. Он же сейчас, Воскресенский, там пишет всем подряд просто, ну только признайте вину, ну пожалуйста, ну признайте, 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 и тогда вас вот все-все-все-все-все. Вот смотрите, сегодня 13 человек он типа помиловал, да. Во-первых, посмотрите их прегрешения, там страшные-страшные. Во-вторых, помилование идет, да, после того, как люди признают свою вину. Недавно были отпущены сотрудники пресс-клуба, помните? У них не было даже, у них приговора не было. То есть люди должны признать вину, которая еще не доказана. То есть суд не прошел, вина не доказана, но они должны признать вину, и тогда их отпустят. То есть абсолютно незаконное действие, абсолютно дурацкие предложения. Но действительно людям, которые сидят там 8 месяцев, 10 месяцев, год, да, по-хорошему, особенно для некоторых, у которых состояние здоровья там не очень, да, в этой ситуации, ну, действительно, есть, как вам сказать, есть резон признать, подписать эту бумажку и выйти на свободу. На самом деле люди на свободе, как вы понимаете, да, более, у них есть больше возможностей работать, скажем так. Но мы при этом знаем, что Ксения Луцкина, которая проходила по делу пресс-клуба, и у которой сейчас рак мозга начал там активно расти, увеличиваться, у которой реально вопрос жизни и смерти стоит, у которой 11-летний ребенок дома один, по сути дела, ну, с бабушкой и дедушкой. И заметьте, никакого помилования нет, потому что она отказалась признавать вину, раз, и потому что она была сотрудником БТ. Она была сотрудником БТ в свое время, и в августе 2020-го, я так понимаю, она была одним из организаторов. Ну, не знаю, честно, но, по крайней мере, мы знаем, что сотрудники БТ вышли на забастовку и отказались обслуживать вот этот лгущий постоянно людям режим. И вот, как обычно, то есть это просто мелкая месть вот такая. Но мы видим, что Лукашенко, режим, не просто подает сигналы, это очень
Давайте так, смотрите. Значит, как действовали в 2011 году? Набираются политзаключенные, после чего они выставляются на торги, после чего, значит, происходит, значит, снятие санкций и за то, что политзаключенных там пачками некоторых выпускают. Выпустили и как будто бы рассчитались, как будто бы все нормально, начинаем новый этап. Но мы с вами должны понимать, что реально у этого режима А перспектив нет, поддержки нет, легитимности нет, причем легитимности нет как внешней, так и внутренней. Вот в этот раз впервые мы с вами увидели, что мы не кучками по кухням сидим, и вот я и мои друзья против Лукашенко, а остальные все, наверное, за. Мы впервые увидели, что нас реально большинство. Нас, тех, кто понимает, что такое нормальное развитие страны, те, кто хочет нормального будущего для себя, для своих детей, оказалось, что нас, здравомыслящих людей в Беларуси, не просто больше, нас подавляющее большинство. То есть Светлана Тихановская в первом же туре вот эти голоса против режима и за новые выборы, она собрала в первом же туре большинство. Причем, как мы видим сейчас, с помощью киберпартизан, которые сейчас опубликовали вот эти вот разговоры, которые были еще до, и приказы, которые отдавались еще до дня выборов, о том насилии, которое будет организовано против граждан. Почему? Потому что режим уже тогда знал, что он не имеет большинства. И вот сейчас мы с вами знаем, что у нас большинство, они знают, что у нас большинство, и весь мир знает, что нас, белорусов, которые ориентированы на демократическое, нормальное развитие своей страны, большинство. То есть в этой ситуации мы прекрасно понимаем, что нормальные, демократические, цивилизованные страны ни на какие сделки с этим режимом не пойдут. У режима нет перспектив, нет планов развития, нет ресурсов теперь уже, нет идей развития, нет ничего. Что есть у нас с вами? У нас с вами есть, во-первых, то, что мы должны довести до конца. У нас есть понимание, что мы должны довести до конца начатое. За этот год произошло становление нации, и сейчас нам нужно вот те санкции, которые существуют. То есть мы должны с вами, первое, закрыть те лазейки, через которые пытается режим эти санкции обойти. Мы на это работаем, как офис, постоянно. Есть, сейчас заработал, есть прожектор регионов работает, туда можно сообщать все вот эти вот ваши инсайды, когда вы понимаете, что предприятие подсанкционное, через какие-то левые там ресурсы, да, обходит санкции. Значит, прожектор регионов сейчас заработал еще чат-бот и горячая линия, куда можно все это сообщать. Это первое. Второе, мы работаем на это на международном уровне. Кроме того, мы должны не забывать, что любые санкции – это требование международного сообщества от любого правительства выполнять свои обязательства по соблюдению прав человека. То есть права человека не соблюдаются, именно за это наложены санкции. Не потому, что Лукашенко там или кто-то попросил, не знаю, офис Тихановской, а потому, что в стране происходит системное, систематическое нарушение прав человека. Так вот, Лукашенко своими вот предложениями торгов, да, по сути дела, то есть не происходит, вот, уже мировое сообщество, слава богу, вот на этот раз, в этом цикле, уже понимает, что никакого восстановления, возобновления, возвращения к ситуации, когда права человека в Беларуси соблюдаются, быть не может. После того, как был захвачен самолет, после того, как они организовали миграционный кризис, стало понятно, что этот человек представляет угрозу безопасности не только белорусов, но и граждан всех стран и всего мира и региона. Таким образом, вот в этой ситуации, в которую он попал сейчас, да, он очень хочет переговоров, очень хочет, но вопрос в том, что каких переговоров он хочет. Он хочет, отпускаем политзаключенных, вы снимаете санкции. Так не работает. Условие очень простое, переговоры о передаче власти, и после чего происходят новые президентские выборы без Лукашенко. С его стороны предмет
переговоров, вообще предметом переговоров может быть только вопрос передачи власти, механизм передачи власти белорусскому народу, который победил. Все. А в остальном понятно, что для этого условием является то, что он освобождает всех людей, которые находятся за решеткой по политическим мотивам. Но это не является торгом, что он с Европой как будто бы о чем-то договаривается. Нет, он садится и передает белорусскому народу возможность проведения выборов и, условно говоря, ключи от всех кабинетов. Все. А больше ни о чем с Лукашенко речь вестись не может. Хотелось бы перед следующим вопросом чуть-чуть дополнить Павла, что петиция, о которой говорил Павел, о непризнании режима Лукашенко, она выложена на change.org. Так что, дорогие зрители, кто не подписался, обязательно это сделайте. И, Павел, вопрос к вам. У режима Лукашенко своего рода такой день сурка с циклом в каждые 5 лет. Каждые 5 лет нарушаются права очень агрессивно белорусов. Каждые 5 лет он торгуется, выпускает людей с тюрем и так далее. Но сейчас с ним точно никто не хочет вести разговоров. И Лукашенко, понятно, что он ищет замену себе. Фиктивную, не фиктивную, не суть. Какое-то новое лицо. Вопрос в следующем. Если это лицо будет найдено, вы будете с ним общаться и вести переговоры? И будут ли с ним вести переговоры евродепутаты, европарламент, Запад и вообще западные чиновники? Ну, давайте разберемся в двух тезисах, которые вы озвучили. Первое – это цикличность этой ситуации. Да, действительно, вы абсолютно правы, но дело в том, что вот этот период как раз-таки отличается в том, что объем, размер, масштаб санкций, репрессий, и, соответственно, кстати, и санкций, никогда не имел места быть такого характера. Если мы говорим, например, даже потенциально, гипотетически представим ситуацию, о чем могут быть переговоры? Об освобождении всех политических заключенных. Сколько их сейчас в Беларуси? 671 человек. Но мы должны не забывать, что это не только 671 человек политические заключенные. Это тысячи белорусов, которые находятся в тюрьмах по политическим причинам, которые пока еще или по каким-то другим причинам не признаны правозащитными организациями политическими. То есть это тысячи человек. Мы должны говорить о том, что есть погибшие, убитые, в том числе погибшие при невыясненных обстоятельствах. И ни одного уголовного дела не возбуждено, ни одно расследование не завершилось обвинительным заключением или судебным разбирательством. Пытки, тысячи пыток в отношении граждан Беларуси, ни одного уголовного дела. Это 200 неправительственных организаций, которые закрыты или находятся в стадии ликвидации. Это 50 тысяч человек, которые прошли через задержания, аресты и другие формы преследования. Это огромное, это десятки тысяч человек, уволенных с рабочих мест. Ведь мы прекрасно знаем о черных списках. Все те, кто выступил в протесте, сейчас очень многие не могут найти работу в Беларуси, потому что их внесли в черные списки. Кстати, вот касается и спорта, и культуры, социальной сферы особенно. Но не только. Это касается вплоть до частного бизнеса, когда кураторы из КГБ требуют увольнять людей. И это плюс к этому еще сотни тысяч белорусов, которые выехали за пределы Беларуси. Каким образом, что может стать предметом переговоров? Вы можете представить себе, но я обращаюсь, конечно, не вам как ведущим, а в принципе тем, кто пытается этот тезис где-то, ну там а-ля прогерман, это рупор Макея в Министерстве иностранных дел, известный аналитик в кавычках, заводя этот тезис о необходимости переговоров. Вы можете себе представить ситуацию, что вот это все вернется в ситуацию до 9 августа 2020 года. Они 9 августа, уже в мае пошли аресты. Ну, например, 2019 год. Это невозможно себе представить. Поэтому здесь и не может быть никакого 5-летнего цикла. Поэтому и здесь мы будем отстаивать принципиальную позицию. Выполнение условий, о чем сказала моя уважаемая коллега. Выполнение условий белорусского общества. Это освобождение, наказание виновных, прекращение репрессий и проведение выборов. С другой стороны, я не соглашусь с вашим тезисом, что он ищет себе замену. Нет, я не согласен. Я считаю, что Лукашенко живет и думает только об одном, как сохранить у себя власть до конца своей жизни. Поэтому и нет потенциальной такого даже в повестке дня темы, чтобы обсуждать с каким-то потенциальным преемником согласие Лукашенко, который станет таковым преемником, вопрос
какой-то переговорный или иного образа. Андрей имел в виду скорее не преемника, а какую-то фигуру, которая может вести переговоры, чтобы как бы и он остался в статусе вот такого крепкого орешка, который ни с кем ни о чем не разговаривает, но кто-то, чтобы вот всю эту ситуацию замял. Кто-то называл Макеева в такой роли, кто-то вот недавно Воскресенского, иначе зачем он поехал непонятно каким образом на экономический форум. Анна, тогда, может быть, вы продолжите. Вот видите ли вы какую-то фигуру, с которой можно вести переговоры? Некоторые эксперты говорили о том, что, возможно, и вообще не стоит обращать внимание на Лукашенко, а как-то вести переговоры с чиновниками, с приближенными, и учитывая, что были программы по вовлечению и подписанию письма против насилия, даже среди действующих чиновников были такие проекты и УНАУ, и офиса Светланы Тихановской. Так все-таки вот чего еще не хватает для переговоров? Не хватает вот этой фигуры или чего-то еще? Давайте так, рассуждать здраво. Понятно, что пока Лукашенко остается в кресле президента, удерживаясь там синими пальцами или чем-то зацепившись там между двумя стульями, не знаю, стальным, не стальным, там уже посиневшим, не посиневшим. Но совершенно очевидно, что пока он сидит в этом кресле зажатый, и, в общем-то, переговоров не будет, потому что он будет говорить только о том, как ему в этом кресле остаться. Мы с вами ни в коем случае не будем говорить с ним о том, как ему в этом кресле остаться. У нас как раз совершенно другая задача. Мы говорим о том, на каких условиях, то есть, ну, условно, да, через Гаагу или, предположим, мы сделаем вид на 24 часа, что мы не заметили его исчезновения, да, он это кресло покидает. А ни о чем другом с ним разговаривать белорусский народ не будет. Если он хочет одну из резиденций оставить себе и получить себе внешнюю охрану, ради бога, пусть эта резиденция будет называться тюрьма там, номер один, неважно, хочет он в этой одной резиденции, пусть сидит, но из этого кресла он обязан, как вам сказать, даже не пересесть, а очень быстро его покинуть. Таким образом, смотрите, тут важно, чтобы просто мы понимали две вещи. Он хочет, что хочет он? Он хочет разговаривать с Европой об отмене санкций и о том, что он останется. Мы хотим разговаривать о том, что он как можно быстрее убирается из нашей страны, в любом случае из этого кресла, и можем говорить о каких-то условиях для какого-то его окружения. Вот это все, что мы можем с ним обсудить. Обсуждать с ним, как он останется, мы не будем. Белорусский народ это с ним обсуждать не будет. Белорусский народ четко сказал, он должен уйти. Все. Белорусского народа терпение закончилось, и 9 августа 2020 года белорусский народ четко сделал выбор. Все. То есть мы говорим с вами о разных ситуациях. Лукашенко хочет разговаривать с Европой за спиной белорусского народа, в то время как белорусский народ очень четко ставит вопрос, что никаких переговоров у него за спиной быть не может. Поэтому о фигуре, которая будет с нами разговаривать, по сути дела, это может быть вахтер там, администрации президента, который нам принесет ключи. И все, после того, как Лукашенко покинет страну. Все, вот о чем, в принципе, мы можем говорить. Если он хочет, предположим, для каких-то своих наследников выторговать какие-то, я не знаю, там, индульгенцию, освобождение от уголовной ответственности, еще что-то, про это, может быть, можно говорить. С кем? Хороший вопрос. С самим Лукашенко я не думаю, что будет иметь смысл разговаривать. То есть этот человек не готов разговаривать с белорусским народом достаточно давно. Он это продемонстрировал. И он и сейчас всячески показывает, что не с народом он собирается говорить. Ну и народ, в принципе, сказал ему все, что хотел. Народ четко сказал «уходи». Это реально, это сохраняется, и никуда это не ушло. Вот эта повестка сохраняется. Поэтому он сейчас, да, ищет возможные варианты, но его самый лучший реально вариант, если он хочет успеть с чемоданами покинуть эту страну, да, с каким-то приданым, да,
то нужно спокойно сейчас садиться в Боинг и покидать эту страну. Если он дождется, а он дождется, когда в декабре санкции заработают, и реально уже его вот эти вот ребятки из обслуги, ОМОНовцы там, и вот эта вся челядь, да, которые просто откажутся его поддерживать, а это постоянно, каждый день идет разрушение вокруг него вот этого кольца, которое как бы защищает его от народа, да, вот это кольцо, оно обрушится, и в этом случае, как уже он будет покидать страну, ну, гораздо менее комфортно. Поэтому тут ну, он, кстати, это уже понимает. Вот отсюда его этот жалкий вид и попытка переговоров с Европой. В принципе, он сам в это не верит, мы это с вами можем видеть, потому что, ну, в таких условиях, когда он подкинул этот миграционный кризис, когда он похитил 178 граждан стран всего мира, то есть, в принципе, ну, надо людей совсем за идиотов считать, да, чтобы они сели с ним за стол переговоров. То есть он сам, в принципе, это понимает. Они сейчас затягивают время вместе с Владимиром Владимировичем вот в этих вот беседах там, да, и попытках отвлечения внимания. Но заметьте, никто на это не ведется. Очень жесткое было принято решение вчера Европарламентом в отношении России по российскому варианту, видели, наверное. Так вот, ну вот это все складывается в единую, в принципе, картину, в единую картину о том, что, ну, если хочется с комфортом, то надо, условно говоря, в это воскресенье покидать это кресло. Если хочет, теряя тапочки, чемоданы и часть награбленного, и может потерять там часть обслуги, прислуги, и может быть даже членов семьи, то, ну, может еще подождать. Так чего же все-таки не хватает для того, чтобы переговоры с кем бы то ни было состоялись? Вроде и санкции давят. Чем дальше, тем больше. И уже многие эксперты говорят, что к концу этого года или в начале следующего они уже наберут полную силу. И даже новые санкции и новые ограничения появляются. И экономике все хуже. И Лукашенко осознает, что у него не большинство, и тем не менее пропаганда продолжает трубить об одном, Лукашенко о другом, ну или о том же подпевая, или непонятно, кто кому подпевает. Но то есть получается, что все равно-то переговоры не идут, диалога нет. Запад не хочет говорить с Лукашенко, Лукашенко вроде бы как бы хочет, но не говорит с Западом. Вот где то зерно, которого не хватает для того, чтобы чаша весов все-таки перевесила в сторону мирного диалога? Катерина, но все-таки у нас здесь как бы немножко разные понятия предмета нашей сегодняшней дискуссии. Мы говорим о дискуссии Европейский Союз, вернее, переговоры Европейский Союз и Лукашенко. Когда Европейский Союз за нашей спиной ведет переговоры с Лукашенко, это неприемлемо. И мне не нравится, когда Лукашенко говорит с Путиным по поводу Беларуси, не ставит нас в известность. Я точно так же буду реагировать на переговоры, условно говоря, не знаю, Меркель, уходящая пусть, ну, действующий канцлер Германии, с Путиным по Беларуси. То есть, если Евросоюз ведет переговоры с Лукашенко без нас, это неприемлемо. Ничего без нас за нашей спиной. Если Европейский Союз ведет переговоры с Лукашенко с нашим участием, на это демократических сил согласия нет. Мы не видим, ну, по крайней мере, Народное антикризисное управление не видит такой возможности. Если же мы говорим о переговорах белорусский народ Лукашенко, то вот то, что сказала госпожа Красулина, это будут самые короткие переговоры. Мы можем говорить только об одном, как он уходит. Уйти он может только, если мы нарастим давление. Все остальное – это иллюзия, это просто пустые слова. Мы можем наращивать давление через санкции к концу года. Действительно, американские вторичные санкции, санкции Европейского Союза, этот ком нарастает. И наращивать давление внутри страны. Да, белорусы, может, сейчас не готовы, но нужно собирать волю, силу, готовиться к забастовке и идти в этом направлении. Плюс признавать международным террористом, плюс обеспечивать непризнание режима Лукашенко. Все это с аккумулированным эффектом может привести к самым коротким переговорам. Все остальное, тогда мы придем, к сожалению, к истории, что без нас или с нами переговоры могут начаться. Ну, давайте будем открыты, раньше или позже, через год, через два, я не знаю. Давление снаружи и давление изнутри. Вот нам нужно понять, что давление изнутри все равно нам придется с вами демонстрировать международному сообществу. Мы с вами знаем, что никто в Беларуси не сдался и готов продолжать борьбу, но надо, чтобы это действительно стало видимым. То есть стачка, забастовка, как вы понимаете, если мы все одновременно встаем в забастовку, одновременно, то тогда она длится достаточно коротко, мы достаточно быстро добиваемся своих целей. Заметьте, если это действительно
ну, как вам сказать, надо поставить, да, мы же знаем, мы же поставили свои жизни на кон. То есть нам осталось только, по сути дела, додавить. Поэтому пока готовимся к забастовке, сам издат действует, пожалуйста, присоединяйтесь. Все это можно на платформе инициатив увидеть, присоединиться, самим распечатывать, самим делать. Присоединяйтесь к забастовке, присоединяйтесь к плану Пиромога. И на самом деле осталось не так много. Мы с вами просто по истерике режима, потому как он маячит там, вот поговорите со мной в Европе, а Европа при этом принимает жесткие решения в отношении как Лукашенко, так в том числе и Путина. Сейчас мы видим вчерашнее решение. В принципе, это означает, что да, Лукашенко хочет сесть за стол переговоров, однако Европа на этот раз понимает, о чем идет речь, и этого делать не будет. То есть остается только нам с вами присоединиться к этому процессу, продемонстрировать, что белорусы борются, белорусы не сдаются, и все. И это не так далеко, эта перспектива.